Ты почему не поехала? А то, що як я вийду, як я, мабуть, під прицелом сидю тут. Як я поїду? Я Блин, своїм. тебя сказали, блин, тебя забирают на машине, блин, военной. Щоб Ты мне тут стрельнули по. жалуешься, что ты под прицелом, что ты меня там боишься. Тут пойди на там командиру полка и шел на умолял, чтобы тебе помогли, на тебя забрали, блин. Он на выделил, там позвонил тоже в связи. Тебе поехали люди, специальную операцию делают, чтобы тебя только вывести за границу. Вот надо было сразу к ним сесть в машину, блин, взять одну сумку, блин, там самым необходимым, и все, и уехать, блин. Все, что максимум, что тебе требовалось. Ты же видела, что у них такая же форма, как у меня. Ти просто не бачив, як нас тут брали. Ти не бачив. Що ти там була? Перелякана до смерті. Мене трусило 2 дні. Що тебе трусило? То, що нас брали тут в 5:30, навіть не було 5:30. Так правильно, це ж спеціально робиться, щоб ніяких, ну, типу, потім претензій у тебе не було, блін. Тебя взяли просто как задержали, все, как на преступник. Ничего. Детям всем привет, я их люблю. Я дуже люблю сыновей, очень люблю сыновей. Но маме тут можно жить. Хай меня поймут правильно. Скажешь, Владичок, дитям, что батько тут лежит, я его самого не оставлю. Я до його тоді не зможу приїхати, і все.